приветище! Это Михалыч, и находим... Ой-ой-ой, вот это гроза. Находимся мы, короче, в опасном месте. Возле моего дома. Мы сейчас с тобой заряжаем пушку. Мною. Пухлым, мохнатым Михалычем. И запускаем вон туда. Летим мы к рингу. Ой-ой-ой. Ух ты ж, блин. Вот это я улетел. Подожди, надо обратно пойти. Где-то моя палка-врубалка джедаевская. Палка, вот она. Есть. Сейчас я вас шугану. Чего вы тут делаете, а? Засранцы. Я на ринге не такое количество раскидывал. Все, всех ушатал. Так. Запрыгиваю сюда. А, ничего не происходит. Надо ломать ее шустренько. Ох, сколько дерева, зашибись. Итак, попытка свалить из дома номер 2. Теперь мы сделаем пушечку повыше, потому что мы тогда врезались в горку. Давай, Миша, залезай. Здесь полечу далеко и высоко. Ой, ринг-то у нас вон там. Ну ничего, в принципе, я близко подлетел. Усо, прибыли. Прибыли в это опасное место. Нужно не наступить на мину. Прибыли мы сюда, потому что мы здесь кучу ресурсов поставили. Надо это все пособирать. О, целая мусорка здесь прям. Сейчас мы здесь пороемся, как настоящие бомжары. Ценных вещичек насобираем. И свалим. Ну, что могу сказать. Я здесь все, в принципе, собрал, за исключением угля, сапога и дерева. И камня также. Оно мне нафиг не сдал. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Обсерился немножечко. Так, здесь у нас... Ух ты, ядрен батон. Тут у нас кислота и уранчик. Надо бы забрать. Хочу сбегать еще вот в эти развалины. Здесь вот есть... Бочечки. Надо посмотреть, что в них. Сапог. О, блин. Золотой слиток. Грибочечки выкидываем. Слиточек возьмем. А здесь чегошеньки у нас? Куча ценной руды. И железный слиток. С рингом вроде бы все. С рингом. С рингом. В общем, отправляемся домой, надо выгрузиться. И потом вновь сюда вернуться. В общем, мне надоело бегать на своих двух. Предлагаю. Сделать наковальню. Мне уже все уши прожужжали про эту наковальню. Здесь написано, избиение металла делает его тверже. Что правда, то правда, но это действительно так. Но ты спросишь, при чем здесь наковальня, если тебе надоело бегать? А при том, что в принципе она мне пока не нужна. Но я ее сегодня сделаю, просто мне нужно... Где она здесь, эта фигня-то? Вот что мне нужно, реактивный ранец. Хочу его собрать. Тут даже так и написано, парите в двойном прыжке с помощью волшебства науки. Это же просто наука. В общем, нам нужно сделать металлическую пластину. Вот она. Для нее нужен один слиток железа, зелье стойкости. И, в принципе, у меня, по-моему, это все было. Давай пороемся в моем сундучке. Слиток железа есть. Зелье стойкости, зелье стойкости. О, есть одно. Вот и готова наша металлическая пластина. Давай ее выкинем, посмотрим, какая она. Ого, мощно, достаточно. Теперь идем роемся в другом сундучке. Топливная ячеечка. Нам нужна для нее кислота, нужна что-то там еще. А, ни шиша, нифига не кислота. Нужен один слиток меди и зелье силы. Значит, кислоту в топку. Идем к другому сундучку. Точнее, возвращаемся. Зелье силы есть у меня. И слиток меди, по-моему, да? Эй, кто вырубил свет? Включите свет, пожалуйста, спасибо. Топливная ячейка, значит, мастерим. Интересно, она большая, нет? Топливная ячейка готова, смотрим. Прям нормальный такой аккумулярчик. Также нам нужно зелье полета. Господи, сколько всего нужно. Интересно, у меня есть зелье полета? По-моему, нет, я его израсходовал. А нет, есть зелье полета, зашибенно. Че, в принципе, все, реактивный ранец готов. Давай мастерить его, ёкарный. Лесные шишки. Сейчас я полечу. Все, реактивный ранец готов. Выглядит он вот таким вот образом. Больше похоже на какую-то инопланетную пушку. Или на Теслу. Вставляем ее куда? Вот сюда? Нет, не сюда. Вот сюда. Оу! Воу-воу-воу! Миша к космосу готов. Первый медведь в космосе сейчас будет, короче. Так. Как эта штука летает? Надеюсь, она длительного характера, а не так, что... Оу, ты посмотри, я летаю, ёшки-матрёшки. Заш... Эй, топливо кончилось. Твою... Бабушка, help me. Help me, Хьюстон, я падаю, все. Слава богу, я приземлился. Короче, все-таки продолжительность летания у нее есть.
А, вон там шкала слева появилась возле моего здоровья и голодания. Все понятно. Как он наберется, я смогу лететь. Но в любом случае, этот ранец просто чудо. Ю-ху! Когда я вот так вот лечу, такое ощущение, как будто я пержу. Мы вновь вернулись к рингу, но не совсем нам нужно сюда. Нам нужно немножечко спуститься. Где-то здесь мы побеждали Око Саурона, да, вон. Где три ящичка? В прошлой серии мы... Миша! Твою ж налево. Миша, не расслабляемся, у нас куча дел. Короче, в прошлой серии мы здесь победили Око Саурона, и здесь куча всего осталось. Любопытного, интересного, короче, мусорка целая, которую нам нужно разобрать. Сейчас я эту змейку ушатаю топориком. Ты чё, офигел на меня нападать, слышь? Эй, змея видно? Дракула недоделанная. Я тебя сейчас втащу. Клыки свои спрячь, ядовитые. Лежать. О, мех и кислота. Зашибись, пригодится. О чем мы остановились? А, правильно. Ну, разобрать мусорку. В мусорке у нас есть мясо, дерево, монетки и что-то полный инвентарь, да? Ай, полный инвентарь. Сожрать морковку, выпить смузи и продолжаем. Медь. Мясцо я бы собрал, конечно. Надо его собрать. Чё в этих ящиках проверяем? О-о-о. Золотая руда, инвентарь полный. Да что ты будешь делать-то? Надо расширять инвентарь. В этом ящике ничего путного, монеточку только возьмем. Ох, 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 опять эта радуга, смотри. Блин, давай сейчас ящик этот разломаем и побежим за радугой. Так, здесь у нас это забираем, все остальное фигня. Все, А где радуга? Да блин, только отвернулся. Да что ты будешь делать-то, а? Ну капец был. Ну хорошо, здесь мы зачистку устроили. Теперь предлагаю подняться вот на эту гору, посмотреть, что там. Наверняка там что-нибудь любопытное. Интересно, хватит ли моего ранца туда, чтобы залететь? Конечно, хватит, ты посмотри. О-о-о! Ты это видишь? А что там такое черное? Блин, жалко, у меня бинокля нет. Это затонувший корабль какой-то или что? Что там? Или это может быть какая-то зверюшка опасная? И, по-моему, туда можно пробраться. Блин, офигеть, полетели-ка. Короче, вот смотри, здесь есть какие-то маленькие камушки, которые ведут к этому кораблю. Я думаю, если грамотно по ним попрыгать... А, это ящики. Если грамотно по ним попрыгать, то, в принципе, меня не должна никакая нечисть здесь съесть. Сейчас я попробую запрыгнуть. Да, вот так вот, в принципе, реально. Полетели. Это, конечно, очень опасно, то, что я делаю. Прям капец как опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо взобраться куда-нибудь. Черт, меня сейчас сожрут. Да что за фигня такая, а? Я сейчас тебя... Пошел вон! Ты кто такой? Я тебя не звал. Он что-то явно охраняет. Очень что-то ценное. Надо до бочечки вон до той добраться. Да, это точно корабль. По-любому, 100%. Жалко, у меня нет пестика какого-нибудь, а? Опа, точно в цель. Пошла вон! Лягуха! Слава богу, что это простая лягуха, а не тот огромный монстр, который меня хотел в начале игры сожрать, когда я хотел искупаться. Я уже почти подобрался. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, меня бить нельзя. Спокойно. Теперь становится все труднее и труднее. Промежутки между ящиками все больше и больше. Поэтому нужно быть очень сконцентрированным и очень аккуратно пробраться туда. Пиратский корабль. Кто бы мог подумать, что я туда отправлюсь? Вот это я безбашенный, конечно, вообще. Да я с тобой сейчас буду драться, слышь? Жалко, я в воде не очень хорошо дерусь. На тебе. Ай! Он задолбал. Все, я его ушатал, прикинь. Там что-то подобрать можно, но у меня инвентарь полон, как обычно. Ну что ты будешь делать-то, а? Надо сожрать вот это. Что-нибудь могу собрать? Ой-ой-ой-ой, что-то опасно приплыл. Это осьминог тот, прикинь. Это тот самый осьминог, который меня в прошлый раз хотел сожрать. Что ты здесь забыл? И он очень больно кусается, больнее, чем эта лягуха.
Походу, зря я лягуху ушатал. А на кой черт я сюда прусь, если у меня инвентарь полон? Вот скажите мне, пожалуйста. О, рыба каплю подобрал. Наверное, я прусь туда просто из любопытства. Так, смотрим, чтобы за мной никто не приплыл сзади. Вроде пока никого, ничего. Можно спокойно плыть, это хорошо. Он снова вылез, этот осьминог. Чертов осьминог. Здесь пушка есть. Здесь есть пушка. Просто шикарно. Я на этом борту. На пиратском корабле. Кто бы мог представить это? Зашибись. Змейка покончила с собой. Так, значит. Посмотрим, что у нас в этих коробках. Руда. Это мы заберем. В бочке ничего интересного. А в этом кубе должно быть что-то любопытненькое. Тьфу ты, ну ты, ранец. Ты прикинь. Шишки-мартышки. На кой черт я свой ранец сделал? Вот знал бы, не делал. Хотя, если бы я не делал, я бы сюда не долетел. Ой, ну ладно, пусть валяется. Ну что, в принципе, здесь все. Давай заряжать пушку. Значит, разворачиваем ее. В принципе, до меня только сейчас допедрило, что можно было построить пушку вон на той стороне острова. И пульнуть сюда. И все было бы очешуенно здорово. И нужно было бы париться. Так, вроде бы вот так вот. Все, по идее, я должен долететь. Если что, ранцем воспользуюсь. Полетели! Нифига себе, как я по воде быстро бегу. Слушай-ка. Вот это да. Я даже не знал об этом. Здорово. Да, сюда явно пушку надо поставить. Хотя зачем? Я уже там все обыскал. Короче, предлагаю идти домой и делать наковальню. Пока бежал домой, встретил снова эту надпись. И вспомнил комментарии о том, что нужно якобы переставить эти буквы, чтобы получилось название игры. То есть Wrong World. И я что-то получил. Ну вот, давай попробуем переставить буквы. Одеваем, значит, наш кипарик строительный. Я, правда, не совсем понимаю, как я это должен сделать. И... А, во, действительно их переставлять можно, прикинь? Здорово. Правда, у нас тут опасность небольшая. Иди сюда. Я с вами сейчас разберусь. Буква L у нас должна быть предпоследней. То есть она здесь должна стоять. Вот так вот. W у нас должна быть первой. Здесь. Теперь нужна буковка R. Ну, в общем, вот так вот и переставляем все буковки. О! Получилось? Разразилась молния. И что? Появились эти чунгачкуки мои ненавистные. Но вроде бы вот, Wrong World. Волдер получилось, значит, я неправильно что-то ввел. Сейчас. World должен быть. Во. Рл. Вот так вот должно быть. О! World! Ух ты! Че это такое? Че за фигня? Очки! Очичи! Серьезно был? Мест нет. Блин, да что ты будешь делать? Че сожрать? Рыба капля сожрем. Берем, значит, очки. Что они делают? Очки для чтения. Улучшение зрения для собирателей, не забывающих о доме. Чё за фигня? Давай оденем. Можно я это одену? Оу! Я теперь ботаник. Ты посмотри на карту. Теперь все, что можно подобрать, подсвечено. Офигеть. Ну я интеллигент, а? Михалыч интеллигент. А вот, кстати, золотой крабик, надо его подобрать. Че бы только выкинуть, блинский. Все, прилетел домой. И ушатался об свои же стены. Короче, вначале надо деньги в банк положить. Банк. Все, отлично, посмотрим, что в максике есть. Двухместная софа, рабочий стол, трехместная софа, комод, гардероб. Короче, ничего интересного пока. Хочу, короче, взять еще один крендель этот золотой. Вот этот вот. Все остальное нафиг скинуть. Весь буласт. Ну, а теперь полетели эти кренделя, вставим. Короче, вот здесь вот надо вставить эти кренделя.
Вот, два мы уже вставили, осталось еще два где-нибудь найти. Хочу срубить свои кожаные деревья. И сделать себе, наконец-то, увеличенный инвентарь. Плюс одна ячейка. И еще одна. Ну что, теперь можно, в принципе, и наковальню замутить. Аня, подожди, какая наковальня, я кушать хочу. Надо мясо бы пожарить. Итак, возвращаемся к нашей наковальне. Чё нам там нужно было-то? Два слитка железа. Не проблема. Мастерим, значит, эту, как её, что, наковальню. Вот так вот. Всё, наковальня готова. Будет стоять рядом с плавильней. Сейчас я её разверну, чтобы она грамотно стояла. Вот так вот. Открыть новый рецепт крафта. Чё там за рецепт? Ну-ка. Оу, коса. Косите траву так, словно сама смерть стала садовником на полставки. И бьет несколько целей сразу. Это, конечно, шикарно. Алебарда есть. Как древний посох, только из металла. Длиннее и больнее бьется. А еще бьет несколько целей сразу. Как всякий посох. Угу. Костец, смотри-ка. Больнее, чем просто кулаками. Когти скалолаза, но это у нас есть. Силовые перчатки. Предел совершенства тумаков. Эти перчатки бьют ровно так, как мой посох. Вот этот вот смертоносный посох 20 дамага наносит. И эти перчатки тоже 20-ку. Фига себе. Что у нас еще есть? Медный шлем. Не самый прочный на свете, но лучше, чем ничего. Есть железный шлем. Золотой шлем. Про золотой написано, что он сияет, но защищает не лучше железного шлема. Или нет? На самом деле, да. По защите они одинаковые. И есть бомба. Разрушительный комок веселья. Кстати, нам бомба нужна для того, чтобы открыть бункер. Чё нужно? 5 песка, загадочная слизь, наковальня. Подожди, дамаг у бомбы это 200. У меня где-то была рыба. Вот, смотри. Станьте мастером стиля взрывающейся рыбы. Эта рыба может взорваться. Давай-ка мы ее возьмем и пойдем к бункеру. Вспомнить бы еще, где этот бункер был. Бункер, 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 где же ты у нас? Оу, забыл кувырок сделать. Вот он наш красавец бункер. А еще я кушать хочу. Надеюсь, этот грибок нас выручит. Шикарно, спасибо ему. Просьба не взрывать. Но это не для нас написано. Давай положим рыбку вот сюда. И как бы нам ее взорвать? Может быть не так, нужно ее в руки взять как-то, я не знаю. О, иглобрюх. И чё теперь? Убегаем, убегаем, убегаем! Блин, он скатывается. Твою ж налево. Но это нам помогло. Ух ты, что там? Ух, бабушки. Бабушки на пирожки. Вылез этот слизень. Там что-то лежало, там что-то лежало. Что это такое? Осторожно, впереди опасность. Соблюдайте осторожность. Хорошо.